Анечка, ну вот, я тебе снимаю сейчас, как у нас изготавливаются крабовые палочки из теста. Я себе сниму замес потом. Вот это идет машина. Сейчас я тебе все заснимаю. Вот идет тесто. Так, а то здесь пар. Потом вот это тесто ползет вверх. Настоящее тесто. Вот на оно. Дальше. Вот вверху. Вот оно вот так спускается. Ну это ладно, то есть я снимаю наш завод. Вот это тесто попадает вот сюда. И вот это крутится якобы крабовые палочки. Анечка, вот. Это настоящее тесто. Здесь нет ничего рыбного. Вот. Вот так вот они идут. И вот так вот они начинают изготавливаться. Это крабовое мясо. Якобы крабовое мясо, но это из теста все. Вот попадает сюда краска. Вот он краситель. Я тебе сниму потом. Вот отсюда попадает сюда вот краска. Вот Ань. Вот. Значит, ползет краска вот сюда. Вот. И вот, смотри, сейчас из этого жгута из красного выползают настоящие. Вот они. Это якобы крабовое мясо. Вот. Этикетка это называется. Сейчас я тебе скажу, вот так девчонки укладывают. Вот. Снежный краб. Вот он, снежный краб.